В Риме второй раз за день горел автобус. По предварительным данным, возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. Жертв и пострадавших нет. В пригороде Рима во вторник 8 мая загорелся школьный автобус местной транспортной компании «ЭТЭК». Как сообщает Reuters, это второй за день инцидент с автобусом «ЭТЭК» в Риме. По предварительным данным, возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры и водители успели эвакуироваться. Ранее в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.